ОАО «Электрические станции» снабжают страну 98% электроэнергии. На сегодня на реке Нарын работают 7 больших и средних гидроэлектростанций. Из них Токтогульская ГЭС считается одной из крупных и стратегически важных гидроэлектростанций Кыргызской республики. Последние годы из-за увеличения потребления электроэнергии на Токтогульском водохранилище многолетний запас воды с каждым годом уменьшается по эффективности оптимального использования, что вызывает тревожность. Для этого необходимо ускорить строительство Камбаратинского ГЭС-1 и другие станции Нарынского каскада и использование альтернативных солнечных, ветряных и газовых источников электро- и теплоэнергии. Бережное и рациональное использование электроэнергии в бытовой и производственной сфере – задача каждого потребителя республики.